Приветствую, дорогие друзья! Мы начинаем цикл уроков мастер-класса по созданию игры «Царство драконов». Мы сделаем веб-версию игры, но идея этой игры взята из книги Элсвергард «Учим Python, делая крутые игры», в которой на 72-й странице начинается описание этой игры. У кого под рукой есть эта книга, вы можете даже ее открыть и посмотреть. Но мы не будем делать так, как сказано в книге. Еще раз повторю, мы будем работать, создавать веб-версию игры и возьмем за основу уже готовый файл, уже готовый код. Вы можете его скачать на сайте по ссылке, указанной в описании видео, либо если вы уже зашли на наш сайт, то читайте внимательно первая часть, первое видео и ссылка на сайт Dragons.py. Я файл уже отдельно подготовила, к нему мы еще вернемся, а в первой части мы запустим редактор кода PyCharm. Предвосхищая вопросы, можно ли писать в интерпретаторе, в принципе можно, но PyCharm нам поможет многие вещи сделать намного быстрее, поэтому рекомендую установить этот редактор. Итак, я его запустила, мы создаем новый проект. И сначала обязательно нужно указать путь. Если у вас рабочий диск D, то лучше делать на диске D. Если диск 1, то в рабочей папке создайте папку для своего проекта. Например, у меня есть папка Python Project, там у меня какие-то рабочие файлы, и я создам просто отдельно папку с названием Dragons. Даже сделаю так, Web Python, для того, чтобы эта папка не затерялась в массе папок, которые есть на моем рабочем диске. И аналогично оставляем все, что здесь указано. Вот эту галочку можно убрать, нам не нужно. Welcome Script, мы будем использовать готовый. Все, что здесь задано, оставляем прежним. Нажимаем Create. У нас появляется окно редактора. Здесь, если вы не хотите, чтобы вам предлагались советы дня, можете поставить галочку «Не показывать» и закрыть окно. Я не буду это делать, я просто закрою это окно. Вначале нам придется немного подождать. Ничего страшного, это нам сэкономит время в дальнейшем. Мы используем редактор, как я уже говорила, для того, чтобы у нас было создано необходимое виртуальное окружение, и нам, как новичкам, не потребовалось делать ничего более. Для удобства развернем на весь экран, и вот у меня рабочая папка, в которой PyCharm создал все необходимые элементы. Я немного сдвину эту левую часть, в принципе, она нам не особенно нужна. Мы сейчас должны найти эту папку на нашем диске и в нее внести, либо скачать, либо скопировать, если вы уже скачали, файл, исходный файл с готовым проектом. Вот я открыла в окне проводника папку Dragons Web Python, ту, которую я задавала при создании проекта. Вот она здесь дублируется, если кто-то вдруг забудет. И туда скачанный файл. Вот у меня он в отдельном окне специально. Сейчас я покажу для тех, кто, может быть, не знает, как копировать файлы. Можно перетащить, а можно нажать комбинацию клавиш Ctrl-C и здесь Ctrl-V. И вот наш файл появился. И когда мы возвращаемся в наше окно, вот у нас файл Python тоже есть. Кликаем по нему двойным щелчком и получаем код нашей игры. В следующей части мы запустим игру на выполнение и посмотрим, как она работает. Ознакомимся с алгоритмом и далее будем создавать веб-версию.